А крутится они кругами, потому что они же не могут припарковаться постоянно. Ну, да, не надо напрямую. А вон тот полетел, вот большой, ну, какой-то там. Индрюшки. Вот той Илюшин полетел, видишь? Да, вдалеке вон. Да. Против них летит. Это Илюшин куда-то... Ну, он же уже тут пролетел, у нас же у него синяя брюха. Не-не-не, синяя брюха его там летит. А вон тот другой, который... А, вот тот. Тот полетел на какой-то другой аэродром. Заправляться в отбор. Кто вообще летает? Кто его заправляет? Сейчас еще будет. Их должно быть 6-7. Да, их должно быть много. Вон еще пошел. Птичка глупая полетела тоже. Он, никто не едет на шоссе, смотри. Мать, ну кто же поехал? А мы с тобой где-то самолет в такой маленькой высоте. Ты что? Ух, как он смотри. Да я смотрю, я еще и записываю. Видишь, он черпает сразу, раз. Ой, класс. Стас, козел, козел! Дурак, я буду ребенку показывать. Ну, на захар. Дорожку отформатируешь, звуковую запишешь. Стекло аж вибрирует. Так должно быть еще, что маловато. Ну, три тут. А где же большие? Четыре. Четыре. А их, они всегда четвером набирают, ты знаешь? Да, в прошлый раз тоже четверо было. А летало больше. 6 кубометров только так будет, если нужно. Еще летят или нет? Да, вот три. Я тебе сейчас еще четвертый говорю. Подожди, они же по четвертому. А вот четвертый, сейчас не прилетит. Прилетит, прилетит. Вот. То значит, где-то они здесь близко совсем. Нет, да. Нет, может им просто здесь подручнее брать воду. Нет. Во-первых, нет, они сливают лишь, они на Усфию сейчас, Усфию тушат, тут рядом совсем. А, вот те, которые туда дальше улетели, они, наверное, поехали туда Байторин там или где там еще. Может, это другая группа, может быть, номера у них накрыли, может, там есть опять где-то. Царагевщина что-то знает.